Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Постановление правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года, номер 1156. Запрещенные предметы. Напитки в стеклянной, жестяной, пластиковой таре объемом более 0,5 литров. Духовые приспособления, в том числе вувузелы, за исключением горнов и дудок. Пропагандистские материалы экстремистского характера. Материалы, содержащие нацистскую символику или атрибутику иных экстремистских организаций.